Здравствуйте, товарищи, я хочу войти в свой дом. Вот я зашла в мой дом, еще пока не доделанный. Дверь закрылась, я зашла. Ку-ку, я ухожу. Вот я ухожу, не бойтесь, но я ухожу. Вот нам сегодня поставили двери. Такие у нас ручки красивые, открываются, из Сваровских сделаны. Закрывается. Так. Здравствуй, моя красавица. Здравствуй. Света у нас много. Приходите к нам на огонек. Везде поставили мы сегодня ручки. Вот только что все поуходили. Мы теперь свободненько можем заходить и смотреть работу, как сделали рабочие. Поставили дверь. Тоже ручки Сваровские. Очень красиво. Черная дверь. Сейчас я попробую закрыть. Как она будет смотреться? Ой, какая она грязненькая. Ну ничего, пыли много. Ничего. Потом помоется, будет красиво. Окей. Идем дальше. Идем дальше. Это комнатка Роксанина. И здесь тоже поставили ручки уже другие, конечно, не Сваровские, но тоже красивые, аккуратненькие. Хорошо сделали работу. Окей. Красота. Так, тут что у нас? Тоже лампочки. Лампочки пока не доделали все полностью, потому что Лучано уехал в баре полчаса назад. Узнал об этом вчера вечером. В 12 часов ночи узнал, что он едет в баре. Ну ничего. Приедет через неделю, доделает все. Вот так вот. Такой у нас вид тут с балкона. Другие дома частные. Тоже балкон еще пока не доделанный. Все пока валяется так вот. Ну ничего. Скоро доделаем. Вот. А этот дом нравился Андрею с куполами. Вот он находится напротив нашего дома. Как Андрею нравились купола. Вот он. Мы его практически находимся на протяжении руки. Вот дом, который нравился Андрею. Вот он у меня получается. Я его вижу. Это почта, которая нам приносит почту каждый день. Вот. Это все наш балкон. Это тоже наш балкон. Где наша машина стоит. Там гараж. Вот. Где мы живем. Хорошо, удобно, тихо. Красиво. Вот так вот. А, спасибо. Вот мы сюда зашли. Опять в дом. Так вот, тут должна быть кухня, но пока еще ее не привезли. Ну, скоро будет. Вот так вот. Целую, люблю, надеюсь и жду.